Жители этого дома по Новосадовой 289 без газа уже полтора месяца. Ни еды приготовить, ни помыться, жалуются жильцы. Всему виной стала неисправная вытяжка в одной из квартир. Специализированная организация провела проверку и выдала документ, согласно которому газовые колонки использовать небезопасно. А подрядная организация не торопилась проводить ремонт. Сейчас совместно с прокурорскими сотрудниками будет дана оценка объективности тех сведений, которые указаны в актах, и управляющая компания привлечет, по всей видимости, другого подрядчика, другую специализированную организацию, которая, соответственно, выскажется относительно того, можно эксплуатировать или нельзя эксплуатировать эти вентиляционные каналы. Поскольку проблема долго не решалась, жители обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Было принято решение организовать собрание жильцами. На встрече представителям газовой службы и управляющей компании поручили разобраться и устранить все неудобства, с которыми столкнулись жители. В 20-30-градусные морозы отключать подачу тепла в плиты, в систему водоснабжения жителям, где и очень много, вы видите, немолодых людей, дом строился заводом имени Тарасова, где много детей и внуков. Но, слушайте, это просто удар по здоровью людей. В течение ближайшей недели людям подключат газ к плитам, а чуть позже и к колонкам. Параллельно с этим проведут повторное обследование дымохода. Контролировать решение проблемы будут городские власти. Мария Илчан, Николай Сидоров. События.